Всем привет, дорогие друзья! С вами Артароков. Сегодня мы поиграем в Brawl Stars. Я вам хочу сказать, я одно видео снимал, но мне получилось так, что я не мог его выложить. Короче, мне выпал Мортис со скином сразу Мортис в цилиндре. Hope you like these. И Беа сегодня утром выпала. Ну и как вы видели в магазине, сделали новый скин специально для Рико. Рикошет. Помните, раньше он назывался Рикошет? Так и сейчас сделали специальный скин, видимо. Классно. Ладно, но мне очень нравится Беа. Я очень рад, что она мне выпала. Но я хочу еще получить Макса. Мне очень нравится Макс. Я хочу, чтобы она мне выпала. Ладно, давайте сыграем на Беа. Fascinating biosphere. Все играют в этом скине, всем понравился рикошет. Ну, если кто-то раньше не играл, хотя я в то время тоже не играл, но вот нормальный человек, играет в обычном рике. Вот молодец. I'm buzzing. Ладно. Давай. Понятно. И тому, и нормально. О, там Роза, она до меня даже не заспала. А не, она, наверное, в команде попалась. Не заспала, улька, вот жалко. Да ну как? Пожалуйста, только не надо Кололу. Никто не пропустите моего друга Кололу, пожалуйста. Не пропустите его. Моего друга Кололу. So many spells! Я заберу, я. Я крутой, Нет, это жалко. Ну, как не все на пятый ран. Let's see what's buzzing. Так, ладно. Let's see what's buzzing. Так. Давайте идем. Беа, крутой эпик. Кстати, Беа это мой первый эпик, который у меня такой. Кстати, я даже на прошлом аккаунте, у меня на прошлом аккаунте, короче, был тоже Дэрил, у меня был только один сверхредкий, у меня еще не было Розы. На том аккаунте мне жалко, что я его истратил, так что но, у меня не получилось, к сожалению. Ну, жалко, что тот аккаунт, я больше не смогу вернуться, потому что он у меня уже удален. Кстати, кому нравится Беа, напишите в комментариях хэштег Беа. Кому нравится Макс, напишите в комментариях хэштег Макс. А кому никто из этих, хотя это маловероятно, то напишите, что вам они не нравятся без хэштега. И тогда я узнаю, кому кто нравится. И у кого будет больше комментариев, кого больше будет, Беа или Макса, или вообще никто не нравится, то тогда я, если у меня выпадет Макс, то я буду снимать видео только про того, кто мне выпал. Ну, точнее, про того, кого вы написали. Кстати, вы заметили, что у этих новых бойцов у них только одна пассивка? У них только одна пассивка может быть. Смотрите, тень! Тень! Кстати, а чё она такая большая? Что здесь? Один Леон спрятался, что ли, или что? Ладно, смотрите, я сейчас вам покажу. Звездная сила, мгновенная перезарядка. Один раз Беа один раз
мгновенно заряжает основную атаку. Если Б промахивается во время супер заряженной атаки. Вот такая пассивка. Давайте же ее посмотрим. Интересно, как она работает. Я ее, конечно, тренировал, но... Интересно все равно опять посмотреть. О, там Пенни. Вот и даже у нее. Они не берут этот стиль. Это какого-то рикошета, что ли, видит. Надо, девятый бот убил второго бота. Четвертый бот убил шестого бота. А мой первый бот... Не, шестой бот убил пятого бота. Три, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый. А сколько? Почему? Надеюсь, я выиграю. Спасибо, Тикай. Кстати, я хочу накопить ульту и постараться ее просто выкинуть. Представлю себя ботом, что я бот. Что я играю как бот. Buzz off! Много-много-много! Фух, выжил. Ну и где? Просто время зря забирает. Надо чекать кустики. Нет. Вот они где. Да у них по кругу эти. Это не честно. Выживи. Михаил Петрович, помоги нам, Михаил Петрович. Есть! Получилось! Давайте посмотрим на этот аккаунт, есть ли он. Чем больше этих, а у Дениса про... Ой. Тони. Флаг Украины, вот. Флаг Украины. Профиль у него есть, хоть одна легендарка? Нету. Все, он нуб. Я иду играть с ремиксом. Ремикс. Подарунок, ремикс, супер, ремикс, настоящий, ремикс, это легендарка. Ладно, ребят, я, наверное, буду заканчивать видео, потому что оно, наверное, быстро идет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, кто хочет меня в Бравле добавить друзья, я вам сейчас покажу свой, этот, ну, как его зовут? Вот, ID. Можете его написать, а потом мне прислать сообщение, и я вам обязательно соглашусь. Но я вас добавлю, потом вы попросите меня играть, если я буду в сети. Потом вы мне напишите, вы мой подписчик или нет. А если вы... Но я смогу это проверить. Вы напишите, сколько у меня подписчиков. Только мои подписчики знают, сколько у меня их. Давайте же, пишите. Я вам даю 10 секунд. Но если... Не, я вам не буду давать время. Если хотите, остановите видео, поставьте на паузу и перепишите. А потом я уже... Ладно, уходим. Так, ну давайте... Ладно, я же буду прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчики. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока-пока!